«Несение креста» – картина Иеронима Босха, которая находится в Музее изящных искусств Гента. Известно три произведения Босха с названием «Несение креста». Первое находится в Музее истории искусств в Вене, второе – в Музее изящных искусств Генте. Кроме этих двух работ, сохранилась боковая панель от несохранившегося триптиха с этим же названием, хранящаяся в Королевском дворце в Мадриде. Относительно возраста картины есть некоторые противоречия. В качестве наиболее вероятного периода ее появления на свет назывался сперва 1490-1500, затем 1515-1516. Добротный рисунок и чувство света позволяют считать, что работа относится к более позднему периоду творчества Босха. В 2001 году на выставке в Роттердаме указывалось, что картина могла быть написана с 1510 по 1535 год, причем не самим Босхом, а одним из подражателей. В 1902 году она была приобретена для музея Гента. В 1927 году голландский художник Арнольд ван де Лаар сделал копию картины для музея Северного Брабанта. Босх воссоздает смятение на крестном пути, на Голгофу, и намеренно придает лицам гротескные черты. Ни в одной из своих работ Иероним Босх не придавал человеческому лицу столь гротескно уродливые черты. У изображения малая глубина. Кажется, что все головы расположены в одной плоскости. На лицах отражены самые разнообразные чувства, понятные всем зрителям. Головы и торсы выступают из мрака и во мраке же исчезают. Крупный план помогает добиться максимального эффекта в показе той безжалостной злобы, которая искривляет лица людей. Это монстры, кровожадные и греховные. Лишь двое, Христос и святая Вероника, оба с закрытыми глазами, сохраняют простое человеческое достоинство, резко контрастируя с остальными персонажами. Они всматриваются в то, что предстает их внутреннему взору, не обращая внимания на творящуюся вокруг вакханалию. Они словно не хотят видеть торжества сатаны, который, кажется, вселился в каждого из изображенных людей, обезобразив их лица. Губы Вероники даже тронуты чуть заметной улыбкой. В руках она держит плат с каноническим ликом Христа. В христианстве нерукотворное изображение Иисуса Христа, которое по преданию появилось на платке, который святая Вероника дала Иисусу Христу, когда он нес свой крест на Голгофу, чтобы он вытер лицо. При взгляде на разноликую злобную толпу еще большее сочувствие вызывает тихая покорность Христа. Здесь и двое разбойников, которых должны распять вместе с Иисусом. В нижнем правом углу, не раскаявшийся, ощерив рот, злобно смотрит на своих мучителей. В верхнем правом углу другой разбойник, замученный страданиями, раскаивающийся. Раскаивающийся разбойник размышляет о смерти. Его побледневшее лицо искажено мукой. Он отрешенно смотрит вверх, не замечая озлобленных лиц. Создается впечатление, что его состояние графически подчеркивают детали. Слева разбойника понукает фарисей, а справа на него наступает первосвященник. В отношении человека, ухватившегося за крест обеими руками, также существуют разные версии. Кто-то считает его Симоном Киринеянином, которого солдаты заставили помогать Христу нести крест. Кто-то – солдатом, специально повисшим на кресте, чтобы утяжелить ношу.
Перед лицом своей участи Христос бесстрастен и непоколебим, тогда как благочестивый разбойник, тоже осужденный на казнь, бледен от ужаса. Каждый участник этой сцены поглощен своими мыслями и страстями, и только нерукотворный образ Сына Божьего, запечатленный на плащанице, смотрит прямо на зрителя, свидетельствуя о возможности спасения. Обличительная направленность картины оказывает сильнейшее воздействие на зрителя. Фиран писал об этой вещи. Все человеческое здесь атрофируется, все скотское гипертрофируется. В карикатурной манере художник множит низкие лбы, толстые губы, крючковатые клювы, перебитые носы, двойные и тройные подбородки. Тем самым он создает почти клинические образы глупости, ипохондрии, жестокости, трусости, идиотизма, кретинизма и тому подобное. Скотская сущность налицо.